человек, не так сложно это делать. Ты здесь будешь танчить, да? Прям тот босс? Да, вначале прям. Сколько у тебя СПД сейчас? У кого? 3500 почти. 3770. У меня хосты просто больше. У меня 900 хосты, а у тебя сколько? 764. Не намного, но больше. Там говори, когда босса забирать. Ну, ты видел, что меньше ДПС, я не даю. А какую держу? Кислотную или огненную? Ты держишь огненную, он фоли держит. Все хорошо. Ты, я же говорил, что ты подводить надо. Такое. Внимательно на лужи смотрите. Все, поехали дамажить. Я вижу чью-то трапу, не взорвавшуюся. Ставлю в руку. Страшно, Снобаль сейчас полетит, готовим. Снобальда под Мелизона, на шамане. Вынесли быстренько Снобальда. Если к вам кто-то подбежал, наберите раньше. Снобаб, дай. У меня нету его. А, блин, приз. Кстати, их вообще не дали. Я сам протупил. Ладно, ничего страшного, проехал. Валера, кто-то подбежал, убегай. У меня уже 4 стака, 5 стаков, забирай. Снобальда сыграли? Прохильте, пожалуйста. Я думал, трех заберешь. Будут проблемы с моим, скажете, гимнады. Я все скажу. Ну, все хорошо. Понял. Что у нас сказал? Тупо стоит. Он слишком близко, друг, стоишь, тебе может каз сбить. Ты не знаю. Снобальда сыграли? Я стану сейчас огонь. Что-то мне зависло все, блядь. Блядь, хожу во сне, но ты 4 стака поймал. Да я не поймал, я завис. Сейчас огонь пропадет, я встану. Хорошо. Снобальд следующий пошел, заливайте в мелизоне. Прохильте. Хильте. Анхоли забери, у меня 3 стака. Киньте... Тоже во сне бафы. Каску. Крестовские сейчас дадим тебе на перебежку. Ты уже давал вроде. А, ты уже давал? Да, все, фулдаун. Кто все держит чешую, которая хуйня? Анхоли держит кислотную. Которая хуйня. Я понял, рейндж наберите. Немножко. Все, давай Геру, скажу во сне. Блять, у меня опять все зависло, что за хуйня? Держите рейндж между друг другом. Мэтнель выводим. Все, ну сам подведешь, ты не знаешь, да? О, лужу дала, все. Да. Только чтоб не блевануло. Кабается, ну, блядь, заблевал. Ты заблевал. Ну я там стою, потому что она откидывает. Я понял. Есть БР, кабается. Да. Дай. Смотри. Сейчас будет плевать. Я знаю, я готов. Бэйри. Я про ОЕ. Все. Приз, скажу, дашь гимн? Готов все размораживать. Скинь гимн, приз. Я про вот это ОЕ. Я понял. Должен был. Размораживать. Матнери, беги. Там минус 4. Я понимаю. Фишка в том, что там стояли и милики. Вот он ее подвел, да? И там милики перед лицом, и лок еще там вдалеке стоят. Как бы падаем, да? Она один раз блюет. Падайте, что еще раз? Один раз блюет. Два раза блюет. Она еще потом блюет. А, ну вот. Она вообще блюет. Сначала дает лужу. Сначала дает лужу, потом блюет, потом еще раз блюет перед закопкой. Ну вот. Ну заходите. Ну я не надеялся на 50 на 50, что заходите, быстрее трайд заново. Ну просто я думал, вы в курсе, что перед мордой у нее нельзя стоять. Так поставил. Она два раза блюет. Не забывай. Нет, я сказал, разверни так, чтобы не блевануло. Ну, там и лок да, стоял. Я... Да. Затупил. Сейчас нормально поставлю. У нас, в принципе, ДПС много, я думаю, можно и. Дешман? Давайте, наверное, не будем сводить, потому что. И так уже попытку проебали, не будем ебаться. Держи лучше Мэтнери вдалеке, чтобы не рисковать.
Так, все, все тут. Рыбу поели, бафы скинули. Все у вас есть. Сейчас можно даем. А, у нас один зал, да? Или два? Два. Можно кулак подыкать, все, Василий. Все, дуйте тогда, я запускаю. На этом, на шамане нету, на Сереге баф под рыбу. Я поел. Не поел, я посмотрел. Ну, у меня все появилось. СС, КД? СС, да. Да, КД. На друля скидывай сюда. Она в КД, ее давали уже. Я понял. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Тормов Пронзающий Биви. Ой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Давай я потащу. Не копите много стаков, там максимум 3-4. 5 уже сильно много. Хорошо, хорошо, я потащу. Как только сбрасывается добав, сразу же забираешь. Чем там лишнего? Снова это чуть забыл совсем линковый. Сами красавчики себе убить. Убираем, у меня 300. Угу. Снобальт новый полетел. Да ее поем. Сбиваем снобальт. На РДД. Быстрее дамажить ночью. Ой, там огня справа надо. Снобальт новый сейчас полетит, готовимся. Снобальт где? В РДД бежит. РДД заливает снова. Снобальт сейчас вывалится. Снобальт, РДД, РДД, подведи снобальт. Подведи, чтобы мы его залили, пока там эти бегают. Снобальда вливаем. Стрим. Не надо сводить, так побьем. Ну все. Ранж, главное, держите. А, приз у тебя остался, этот, прожимка на хил. Да, вроде откатил. Давай этот Геру, да. Просто у меня не откатилось, странно, что у тебя откатилось. А, не, не, 4 минуты нету. Ага. Ну тогда, Друль, смотри по ситуации, как раскидает. Ой, да, угол, да, лужу разлил. У кого что есть на защиту, на кого плюнула гангрена, друль, янхоли, прожимайте. Я замерз. Анхоли. Ну, понял, сейчас тебя Мэтнери сильно далеко не стоит, сейчас нужно будет размораживать, бежать. Готовься. Там, ну, замораживал. Не 10 секунд. Иди его. Вмешательством бежишь. Беги, беги до танка быстрее. Где он? Право выкопало, сейчас выливать начнет. В центре стоит. В центре комнаты. Ну, забей. Ну, в смысле, не, нет. А, меня убило. Тихо, 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 держи обоих. БР еще в КД, потом ты один сейчас. Огонь сел. Как ты танка не увидел, я не понимаю. Где он стоял? Бля, он вот, вот сейчас посмотри, где он стоит. Я его не вижу. Где он? Ты слишком далеко уводишь, ты потом не добегаешь. Ну, в инвентаре ты что-то прям глаза как-то, я не знаю, что ты делаешь. Он прям стоит, его, его все видят. Как ты его мог не заметить? Большой такой сточный ток. Скачай. Дайте метки на танков просто еще. Скачай Вуду. Там, когда такая ситуация, наводишь мышкой, и там показывает стрелочка, в какой стороне бежать. Давайте так, кто слакает, минус 10 кролл получает.
минус 20. Ну, пока минус 10. Что вот это вообще не делало, так тупо умирать. Найтмери включи отображение хп союзника. Тоже будет проще. То есть у тебя врагов красным, а союзники будут синенькие. Ну я включил. Хп бара. Будет полегче. Бафы скидывайте свои. Все у вас есть. Под ИК. 300 бафы. Под ИК кулак красный, пожалуйста. Кулак, спасибо. Все. На пятой еще касочки. А что ты хочешь? У меня нет. Бля, стример, сука. Ну, я тебе могу штучек 10 дать. Я только что понял. Не-не, я потом куплю. Мне хватит. Тебе это охуенно бурст не даст, не парься. Я их жру всегда, короче. У меня есть, знаешь, зелье дикой магии 50 штук, если что. Я их прожимаю под тренюту постоянно. То есть, если я съем, я буду дикий маг? Дикий пиздец. Дикий маг, да-да. Дикий СПД дикий маг. Опаха, нихуя не будешь. Да, ломаем стереотипы. Ну, народ же раньше скибал, это коса Сахуна. Типа на Фрост ДК. Или на Фрост, но на Холли не помню. Так это ж посох. Ну да. Но это я не знаю, то ли. Ну, здесь не работает. Вар, наверное, носил. Вар носил удар грома. Давай я потанчу. Сноболь доиграем? У меня 3 знака. 4. Сильно много огня полута. Сноболь для заливать? Монки, я тебе на червях бал дам, то я забыл здесь. Ну, запиздец. Снова сейчас, бля, есть БР в гандре, ну? 10 секунд. Ну, тогда в одного хилишь. Да, нет. Дрожь. Сноболь-то убить? Танк, танк, прожмись. Пожалуйста. Нэри. А, ну понял. БР сейчас скинут, дай БР. Сейчас гимн дам на ману, да, вставай. Вставай, вставай, вставай. Гимн на ману дай. Поднимите танк. Сноболь да убивается. Раньше наберите. 5, 4, 2, 1. Эри, ну забери. Геру. Монки, даже зря нормально раскинулась на холле. Размораживай там, беги быстрее. Бойцы. Бать, дурачок, пожалуйста. Добивайте. Вылезет кислот, но добивайте. Только стунтите. А в смысле, то убили, что нет, потом добивайте.
Только сейчас брызги будут, я скажу. Бери, пожалуйста. То сейчас лужа поставится. Скажу, когда брызги будут, нужно будет раньше между другом набрать. Брызги 5 секунд. Готовимся. Брызги. Разбегитесь. Там только на меня отлично. Прохитите меня. Ты щиток, да? Я в точку ушел на всякий случай. Страшно, хуй. Все, вполне себе успеваем. Брызги на тебе, Прист. Что не подходи никому. И пищу вылезла сразу. Таунти, таунти. Она сбрасывает агро, когда выкапывается, да, или что? Да. АОЕ скоро. Убивайте скорее, чтобы под УЕ не попасть. ШВ зачем сдал? Сейчас хилы не вставайте рядом друг с другом, смотрите за собой. Дерево отлично видно, держите под что-то морды. Чтоб обоих хилов не заморозило, не вставайте рядом. Женя, с тебя имя. Хорошо. Ну, Женя. Нет, Галина, все. Она воет спиритуса. Что-то ты... Он в ебенях стоит просто далеко. На хп дал, на хп дал. Да не, нормально все. Прохили, все хорошо. Старайтесь ближе к боссу стоять, раньше всего 30 метров у меня. И на тебя... Отлично, блять. А люди без ускорения... Ой, с ускорением не могут убежать. Не вспоминай это. Монки, на следующую дам тебе бат. Если надо. Окей. Okay. Хилы разбежались, разбежались. Вот спиритус опять. Спиритус, да. Нормально, 20 так успел. Опять дерево. Накабается. Строже. Что дерево? Причем тут дерево? Передо мной, говорю, опять дерево. Молодцы. Давай. Монк, а как? Оба волшебника пойдет просто. Холли на тебя бежит. Середину разбегайтесь. Отлично, молодцы. Вот так прям хорошо, мне нравится. Не каркай. Да не, мой ДПС не упадет. Все, там группу стоит, так что не дайте, если вам на успех надо. Потом разберемся. Все равно сейчас. Макнери, руки нужны? Руки, да, не дай, если что отдашь, дольше спрашиваешь. А что он там, ошейник? Если вам на успех не дайте, иначе расчарится. Так, наруч забрал и ошейник разыгрывайте. Не на оф надо. Раньше я на оф. Там уже стоят спиздить, ну не дайте, если вам надо. Так, ну вон два человека и не делал. В принципе. Так. Серьезно, Мэтнери? А, да, наверное, дай лучше друлю, что тебе ловкость стоит? Тебе с силой нужна шея. Друлю все-таки получает будет. Ну, это типа арпешная же шея. Ну, все равно, ну, ему да. Ловкость крит, ну, да. Это вообще фигня полная. Еще и синяя гнездо. Спасибо. Ладно, так. Гангрена умирал, но я тебе рыбу не буду уже ставить. Запускаем, по дороге расскажу. В одного танка? Да, одного танка, Анхори спекайся, что-то забыл. Каску дайте,
Вот он в гангрене. Вообще бафы скиньте. Может, Мирик не стопнет? Думаю, такое тебе пойдет. Че? Да я гангрене. Может, Мирик и сопрот выпьет, потому что големы ебашут больно очень. Ну, я понимаю, но мы убивали с такими ебашами. У них ДПС прожимки есть. Не, просто понимаешь, чем больше ДПС, тем быстрее умирают эти големы. Че, мне фласку перебивать на дамаг? Не-не-не, останься, пусть на саппорт у тебя ничего страшного. Хорошо. Тут не помешает. Так, ну, выходят телки, телок тоже заливаем, что они будут косты хилан сбивать, это нам один раз вэпнуло. Вот, сразу забиваем портал, потом телку потянул на тнере, заливаем телку. Вышли големы, забили вулкан, забиваем потом големов. Буду метки ставить, все заливаем, поехали. Косты сбивают. Хожу во сне, на тебе все косты. Если что, он холи страхуешься, вдруг у него залагатель, он вылетит. Хожу во сне, стаки диспелишь все. Я тебе помогу. В общем, все вместе диспелим. Кресты и хожу во сне. Вот. Хожу во сне, не спелишься ни на кого, только на боссе сидишь, сбиваешь косты. Ой, можно я так? Кому сидеть? Че? Пепси или фанту открыть, а? Спрайт. Чай налить. Севенап. Давай спрайт, 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 иди за спрайтом. Короче, у меня гимн 4 минуты, там, если что, на хп на первый сдавай. У меня есть. БР 2 минуты. Я СС-ку на меня кинули. А, у меня БР готовый. Обращайся. Я понял. Быстро работать или что? Да, я вижу, что добав. Да и мы без Геры заливаем. Да. Припотики готовьте. Я потом могу поставить тусу копил. Я уже аддон себе поставил. 3 секунды. 2, 1, 5. Припот. Косты, не забывай, хожу во сне. Я, блядь, я уже забыл. Если каст не собьешь на стаках, он сразу с ваншоте двоих. А, забиваем портал быстрее. Хильте, друля про хильте. Быстрее, быстрее в портал, что вторая не вышла. Все, в телку сыграли. Кливаем босса. Беги, малышка, беги. А заберите телку. Да. Да. Согласен. Стаки там посмотрите, это таргетит телка. Стаки там диспелили. Конечно, боссе, блин, какой таргет телка. Рака макафов. Не слезай с босса вообще, тебе не нужно босса. Ой, в мобах играй. Важно всегда сбивать все косты. Сейчас. Хожу во сне на тепламе. Саня, давай на косты. Поли пока подбиваешь. Ёстки, мы два подряд что? Нет, все, локал мана прохильте. Все, Саня, я дальше сам. Готовься, скоро будут инферналы. А, поехали, вулкан. Быстро, быстро, быстро. Прожимки все отдайте на защиту свои. Первый раз гимн дам. Снимите. Нет, поздно уже. Быстрее, 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 быстрее добиваем. По фокусу, поехали. Можно станы давать. 3 стака на боссе. Я понял. Ну, снимем. Гангрена, бабл нажми. Играем дальше. Все, добиваем, отлично. Потом у нас Гера будет на второй раз. Еще Гера встанет. А, дай БР хожу во сне. Анхоли, ты пока бьешь. БР. Прохитите Анхоли Фрэнси. Вставай, сейчас гимн на ману дам. Листобаб даю. Стаки, стаки. Я точку прожму, не побегает без бы. В портал играем. Быстро, быстро, быстро сыграли. Кира, ты бьешь или нет? Чё? Ничего. Еще быстрее. Всё. Снимите красавицу. Провышло. Ну вы чё, издеваетесь? Бейте тёлку. Сыграйте вот эту. Холи прохильте.
Монки, на тебя огонь. Тёлку играть, играть быстрее. Отведи босса чуть дальше, тут лужа. Череп убейте, потом босса. Череп добивайте и у босса поехали. Каст. Хорошо. Все. Кливайте тёлку. Ну захили. Давай Геру, шаман. На 4 минуты. Я когда умирал, прожимал. Анхоли? Я понял. Да убьем, я думаю, что. Хорошо. Приз нажмешь, пацан. Поехали в вулкан. Нажмешь приз, гимн, как увидишь, посажется. Нажимаю. Да, давай. Быстрее. Все, поехали добивать инфернала. Надо очень быстро кстати. Прожмите защиту, все, что у вас есть. Давайте. Хуйня осталась. Даю на ману. Захиль. Все, добивайте вас. Выйдет портал и со стёлками. В портал никто не бьет, добиваем босса. 5 стаков. Стаки. Гангрена прохильте. Все, добиваем. Переснись, пожалуйста. Да. Бля, ну о, ну слушай. Говно такое, штаны пиздец. Ну там меткость у меня. О, он хули 12 троллил. Я не меняю, в принципе. Не изменяю, точнее. Сферу выгнал, хожу во сне. Да ты чё? Чё, вы трейд киньте? Так. Бриджи еще разыгрываются, да? И бриджи охуенно. От меткости буду избавляться. А мы не сокрушим и сдать. Так, что тут, чемпы будут? Отходите. Сейчас вызываю чемпов. Тут, да, тут танк, в принципе, не нужен. Мэтнери может танки остаться, потому что у него станов. Я подрезать сухожилия буду делать. У тебя два стана, подрезать сухожилия. У тебя вот. Могилка, конечно, не сработает. Про фир не забывай. Перехват. Да. Перехват, да. Рывок, еще один стан, кстати. Бля, здесь... Ты можешь хотя бы даже по себе всем за медло повесить. Я знаю, что у тебя нет стана. Ты еще вкачай талант охрана. Заебись талант, охуенно. Талант. Четко, заебись. Да, умеете, могете. Охрана, посмотри в протоветке внизу. Так, рога. А, урон получаем. А, ну прикольный такой скилл. Угу. Надо будет вкачать, что-то поменять. Гром, удар грома. Этот лог написал, что у него стана нет. Я знаю, он же в этом. Он вообще бесполезный. Он же в этом. Ну ты понял. Где чем какая-то лютая залупа вылез. Да. Играем в рогу. Можем ресетать кемпы, если что, через притворение. Я бы ресетал. Если не нравится. Не знаю. Так, бьем рогу. Потом ханта. Потом чернокнижника. Мэтнери, тебе нужно... Тебе... А, точно. А давай я просто буду по ханту давать станы там, что угодно. Да хант, я бы не сказал, что ебать дамажит как. Ханту дизарм, да, и все. Тебе за протовара надо контролить лока. И сова еще не хил разносит. Лок тоже там, он только фиром опасен. Лок, мы вчера были, он ваншотает стрелу тьмы, просто выбирает ваншоты. Надо сбивать ну, каст. Ну хорошо, давай, посиди на локе и дизарм кидай по ханту. Вот, но в Мэтнери сиди на локе. Станы, нахуяны и так далее. Вот, под нас хан траповую замедляющийся кидай, шаман тотем замедляющий ставь и притягивающий заклинание. Вот, будет милик всего один будет, это рога, его сразу постараемся слить, но все равно это не значит, что от него не нужно бегать. Если вас начинает бить рога, вы начинаете от него бегать, не нужно пытаться дать ДПС. Вот, и это значит, что у вас будет РДД очень заебато вливать дамаг.
Сейчас я контроль раздам, будет очень важно раздавать контроль. И не бить массовыми. Ни мор не раздаем, ничего там не кидаем пристати, слово тьмы смерти и так далее. Вот так. Local man, поконтролишь друида. Хорошо. Все как обычно. А суккуба здесь нет? Че? Суккуба здесь. Сидактик нет? Заебись. Ну да, заебись, конечно, но я думаю, что это сложно. Так, хожу во сне. Покидаешь жабку в в шамана. Тебе нужно будет его взять в цель и постоянно на него кидать. Ну и паладины кидайте. Эти, блядь. Ну, вы поняли. Ой, этот кабаец кидаешь свою хуйню. Но он там немного действует, но все равно кидаешь в холи пала. Но у нас больше контроля нет. Друль, можешь ветерки покидать в охотника. Вот. Покидаешь, пока мы его не бьем. Если потом мы начнем в него играть, кидай ветерки в чернокнижник. Мубдилу. А если... Просто я буду из облика выходить, то есть буду ДКТ терять иногда. Я знаю, но ты в начале боя хотя бы дай ветерки, они очень помогут. Угу. Кому дать бдилу? Да без разницы, она тут тебе вообще ничем не поможет. Она, ну, кинь хилу. На рогу можно, мы, а, на рогу, да? Как бы можно было попробовать его покайтить корнями. Да, на рогу у нас что? У нас хант дизарм кинет. Вот. И все, в принципе, мы должны очень быстро убить. Там бафы можно обновить. Бафы. Каску по ДК дайте, пожалуйста. Каску, да, можно обновить. 9 минут. А то тут можно долго затянуться. Мы их тогда сколько? Минут 15 били. И все, в принципе. Сетап неплохой, на самом деле. Мага нету. Ниликов мало. Лок, да, кстати, если Афлик может, блядь, всю нашу тему разбудить. Пиздить будут Лока, это стопудово у нас. На него частицу Лока, надо. Лока, Престов. А Лока не жалко. Престов. Шаманов тоже не любят. Ну и Престы. Друидов тоже. Скидываем эфир постоянно. У Престов вот. Тучка, уход в тень. Хотя бы. Да, да, да. Хожу во сне, если что, подиспелишь основную цель, которую мы бьем. Ну, скинул жабку и смотришь, там исходки поесть, подиспели. Я буду тебе помогать, но могу тоже тормозить. Вот. В принципе, все готовы, что там по притяжкам, только анхоли. Метнери залетай, и анхоли притягивай сразу к нам и поехали. Давай, отчет дам. Что ты мне даешь? 4, 3, еды 2, нет. 1. Ладно. Анхоли тяни, поехали играть. Геру. Бля, дезориентация ебаная. Хант очень далеко стоит. Ничего страшного, значит не кидай ничего. Гангрин, диспелленте? Чего он в ферес только бегает? Я сам просто контроллер был. В тебя играют, друль, и Коба урон получает. Хожу во сне, в тебя играют, бегай. Да, блядь, пытал, я стану. И все, добивайте быстрее. Потом в крест. Хожу во сне, в тебя дальше играют, бегай. Не массовый не кидайте, не забудьте. Ой, долго добиваем. Боб, Спелс. Блять, он далеко. Потом в крест, вон она у двери. Бля, на когда я не добегу? Вы снимите с креста эту штуку, чё? Я в крест надо. Бейте крест. Стан есть? Скидывайте стан в этот. Я, ебать, он у меня с ваншотит. Они просто ваншотили, я же тебе говорю. Сильно выстрел, потому что... Ну, хотя в уроне... Ну, там какой-нибудь или что-нибудь такое давать. Сова всех убивает. Каст. Они в одну цель свищутся все. Нет, меня именно хант убил. Да, звездный огонь, 12 тысяч, блядь. Короче, вот это неудачная идея, ну, рогу бить. Надо было, чтобы она на варе висела, он там щит одел зеленый. И стоял бы. Потому что вот они толпой нас фокусят все. Он не может на варе удержать, даже если с щитом, это полная хуйня. Надо дальше быть. Ну, у нас получается. Все вилики держатся на том, у кого брони меньше. Главное у хэпала сделать больше брони. Надо просто кайтить. Просто дело в том, что начинает кого-то играть, и он не может откайтить. Ладно, меня сваншотить, ладно кого-то еще.
Я вижу, допустим, хожу во сне, начинает умирать и не может убежать. Короче, вы попробуйте. Сейчас я не знаю, сколько миликов будет, но... Там, типа, милик нанес тычку одному, там, 10 тысяч, ладно, там, у него ХП опустилось, и просто все в него моменталки дают. Они добивают, типа, увидели слабую цель, добивают. Но миликов контролить сложнее. Ну вот единственный вариант только, чтобы они на варе остались. Это единственный вариант. Я протопалом так танчу. Три милика. На хэпал они не шли. Ну там, конечно, протопалом проще то, что он и каплю, и боб даст на холипал. Протоваром посложнее. Да, мы тут пошли стенка на стенку вполне себе выносили, потому что они не держатся на танк, мы уже пробовали. Да. Контроля просто не очень много. Мага нету, чтобы надолго жабки держать. Так, рога. Ну, тут, блять, пиздец. Тут тебе надо будет, да. Ну хотя. Ретрик рога, нахуй, декам. Да, иди на магию, там сбиваешь косты, станы только в каст давай, чтобы он никогда ничего не кастовал, короче. Сиди на магии. Ну, я тогда сидел на локе. Он ни одного каста не сделал. Я понял. Ну, все-таки в рогу играем, опять же, миликов много. Вот, по контролю. Ну, Анхоли может вырубить одного стопудово оковами. Да, это просто кто бегает, то на замедление вот ханта и вот шамана стоит. Можно спокойно кайт вокруг этого, если люди. Если я начну оковы кидать, я дамажить не буду вообще. Вот у нас есть, я говорю, лужи и тотем. Если люди не могут вокруг них катить, это проблема уже людей, а не то, что там нужно акулы кидать. Так, ладно, по контролю. Хожу во сне, тебе нужно будет жабку покидать шамана, локал мэн по контролю жреца, вот. И монки покидаешь, дизарм на ДК, скидывай на него по КД. Что у нас по контролю? Ну, в принципе, все. Друль поскидывай, ветерки на паладина. Заливаем сначала рогу, потом бьем жреца. Если мага хорошо будет контролить. Если кто-то умирать начнет, тогда второго мага вливаем. Поставлю сейчас ром, все по дороге буду говорить. Если... Что там, я забыл, что хотел сказать. Ладно, неважно. Если мы пока начали играть, тогда пересаживайся на жреца либо шамана вар. Вот. Посмотрите баф себе. Ты дай метки какие-то на ретрика с ДКшником, чтобы люди видели, что от них убегать надо, типа визуально. Шо? Вы так видно, от кого убегаешь-то. Ну, все да. Нажимаешь V, и у тебя их... хилбары висят. Ну, у меня есть. Не у всех есть, наверное. Так, ну что, ДД, пошли слева. Метнари там залетит, и будем холи притянет, в рогу заливать. Подходите сюда. Ну, вы прям даже не пытайтесь дамажить, если у вас начали играть. Просто бегайте. Лучше вы живой будете, но за вами будут бегать. Все. И на отчет даю. Ну, Метнари, ладно, вкусно. Было справа забежал. 5, 4. Никак не, я потерю, не буду дать дизарм. Поехали. Геру. Все, вливаемся. Контроли не забываем. Асферы, диспельте с остальных все. Отбежали прям там, масфер скинули, отбежали. Ничего страшного. Терпим, он сейчас прожимка закончится. Я с него диспелли хил. Все добиваем. Бля, друля, друля, блять. Ну, есть у тебя встать, друль? Играем в мага, в ром. Пересаживайся на приста, Метнери. Не забываем кайтить, контроллер раскидывать. Это антар, который? Да. Блять, есть что скинуть? Ладно, пока в точке побегаю. На меня двое просто бегают на мне. Ветерки есть скинуть впало.
Давай, беги-беги, сейчас я это там. Все. Теперь за тобой один бегает. Нормально, пусть бегает. Мне как-то срать, я диспалю на ходу. Все, нормально, спасибо за сейв. Надо поднять, занят. Все, добивайте. Нормально, нормально. Добивать крест, потом в крест. На любого другого ментнери сядь. На любого вообще. На шамана сядь. Будет отлично. На сфир. Сейчас подбегу, дам, если что. На ебаный акул всю жизнь держится. Отлично, отлично, там кто бегает максимально. Вот он дедом раз такой, пип, снял. Эридар так может? Да я на Эридаре сейчас в околах портанулся, и мне вообще было поебать. Игра сомула, в сомула. Там играет. За локом двое бегают. Мэтнери, Мэтнери, сядь на паладина. Одному у дизармов и замедление, замедление. Сейчас дам фир. Обоим киньте медление, они не будут быстро бегать. Блин, доебался до меня тихий, иди нахуй. Второй доебался. Миликов, если здесь кайтить, ой, на меня, ладно, точку. Если кайтить, то они вообще бесполезны. Ну вот, он замедлил, все. Да, на меня фанат, блин, хороший. Ну да, они вот за мной бегают, когда он, и ничего сделать не могут. Я еще и дамажу по дороге. Главное просто... О, кого? Кого, кого, кого? Я бля, говорю, о, в луну, в луну, в луну, в луну. Ебашь. Уже череп, вернее. Я не увидел, что уж залили, пока там бегал. Бля, да дайте контроль дать, ну ебаный в рот, обежал пол инста за ним. Мы решили тебе его как подарок. Бля, спасибо, спел фермер. Нет, в стане был. Заебись. А что тебе было? Комбо. Просто буря у него прокнула. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. О, нормально прям. Жальчик, чисто, блядь, на робу в каждом рейде падает даггер. Баталь... А, это магический. На сроке нет. Это... Не-не, это магический стрим. Бля, я его не занедал, вот даун. Каждый рейд, блядь. Давай я занедаю тебе одну. Да не, я сейчас просто посмотрю, сколько у меня выпало, на не откажусь. Я думал, это роговский. Все больше, то как бы, сорян. Я забыл занедать. Ой, вообще... кинжал выиграл. Так. Никто не выиграл, я не нидю. А ты что? О, я выиграл кинжал. Клинок, нужно. А я сейчас посмотрю, сколько я кину. Где клинок? Не откажусь. Я даже себя вообще не вижу. Сейчас найду. Вон он я. 64 я кинул. Нет. Ты вчера дубинку сролил, не? Да она хуже, чем это. Бля, ну что ты в натуре? Я вчера забрал дубинку. Чтобы искать? Ну, у тебя нет рула. Не-не-не, подожди, подожди, сейчас. Сейчас. Женя, просто не откажусь, у тебя нет рула. Ну да, ну блять. Должен быть ролл. А, ну он только... Ну ладно, похуй. А кто победил-то в итоге? Мне меньше, видишь, чем у... хожу во сне. Так что все честно. Так. Че, перчи никому не нужны на ловкость, которые мне выпали? С рейтингом пробиванием брони, два красных гнезда. А оф-спек не перед. Можно?
Так а что вы не дали? Вы их бы сейчас распылили и все. Их не было просто. В смысле? Ну вот эти выпали, я не откажусь нажал. Поролять? Кому еще надо? Все? Такое дерево, да, да. Один вот он. Ну,